Всем доброго времени суток. Решил посмотреть такой интересный проект, записать на него видео. Globitex. Globitex ICO.com. В общем, это главный сайт проекта. Вы видите у себя на экране. Вот она ссылочка, она будет в описании. И сайт выполнен довольно-таки неплохо, очень красиво, очень все понятно. Только, к сожалению, еще нет перевода на русский язык. И white paper на русском языке также, к сожалению, нет, но он скоро будет. В общем, Globitex – это такой проект, который направлен на то, чтобы изменить, в общем, биткоин в экономическом мире, в общем, чтобы биткоин действительно стал популярным и полезным. В общем, расширить масштабы биткоина. В общем, главная проблема его – это ликвидность, и они собираются ее решить. В общем, тема самая интересная, и... В общем, Globitex предлагает решить эту проблему, как бы провести общую индустрию биткоина и, ну, масштабируя общий, как бы, общую структуру Globitex. Это вот здесь есть white paper, скачайте его обязательно, 46 страничек, и вы все детально поймете все нюансы проекта, что они собираются сделать, ради чего. Ну, в общем, они собираются решить проблему ликвидности у биткоина, как я понял. Что еще можно сказать по этому поводу? ICO стартует, по-моему, 8 ноября. И это пресейл, стартует пресейл. Вот тут написано токен индустрии, как бы, как они будут распределены. Распределение маркера 80% между пользователями, 20% между как бы компанией. И скидки вот такие, такого рода будут скидки. Условия продажи, в общем, команда. Консультанты, в общем, вот здесь дорожная карта, как бы. И что мы можем увидеть? Продажа маркера 4 квартал 2017 года. То есть совсем скоро. И что можно еще сказать? Условия здесь есть описаны, все условия продажи маркера мы уже посмотрели. Команда, с командой, если вы хотите, можете ознакомиться поближе, нажав на каждого, вы можете узнать, что это за человек, чем он занимается, за что он отвечает в проекте. Что еще, можно сказать, есть баунти-ветка, можете присоединиться, поучаствовать в баунти-компании. Все по стандартам, как бы переводы, твиттер, подписная, медиа-компания, блог. В общем, все как всегда. Принимайте участие, проект интересный. Я еще буду снимать по этому поводу видео, когда выйдет русскоязычный white paper, когда начнется ICO, уже все будет более ясно, и я запишу еще одно видео и попытаюсь вам более подробно рассказать по этому поводу. Ну, проект, как по мне, интересный и актуальный. Так что проекту желаю удачи. Всех, кого он заинтересовал, ссылочки в описании. White paper, Bitcoin Talk, главный сайт. Переходите, ознакомьтесь, и всем желаю удачи, всем пока.